Всем привет, меня зовут Катерина Ира. Я актриса театра и в будущем обязательно актриса кино, благодаря тому, что я познакомилась с прекрасной невероятной актрисой и режиссером Ларой Шуб. Мы занимаемся с ней онлайн, по онлайн-курсам, и на самом деле, может быть, кто-то думает, что онлайн-курсы — это не то же самое, что вживую, в занятии — это абсолютная правда, но когда у тебя есть такие курсы, ты можешь не просто сидеть и просиживать штаны, а узнавать какие-то нюансы о профессии. Например, Лариса мне очень четко и подробно расписала, как снимать видеовизитку, а видеовизитка это сейчас как паспорт для любого актера, у которого есть образование его или его нет, без визитки для надеть никуда. Также Лариса мне рассказала, как работать с персонажами. Она дала мне основных персонажей, и мы их всех четко и понятно отработали. Занятие строилось на том, что есть занятия, теоретический курс и практический. Но практически я обязательно должна ей снять видеоролик «Домашнее задание». И она обязательно его разбирает, показывает ошибки, я понимаю, переделываю или получаю зачет. Зачет, несомненно, приятный. Еще Лариса такой прекрасный человек, что на первый мой зов я сказала: «Лариса, я хочу с тобой встретиться, потому что я живу в Питере, ты в Москве, у меня нет возможности приехать в Москву». И вы не представляете, но она приехала ко мне в Питер, и вот мы сняли с ней. Да, я приехала в Питер, меня Лара зовут. Мы сняли с ней фотостудию, прекрасная фотостудия «Авеню» называется. И сейчас мы вот с ней занимаемся, проводим практические тренинги, которые дали мне понятие, что актера нету 3 часов на съемочной площадке, чтобы включиться и выдать то, чего от него требует режиссер. На самом деле актерская профессия — это не просто сходить с красивым зонтиком, фотографироваться и показываться на красной дорожке, это еще адский титанический труд, который вы все должны четко понимать. Что это не просто пришел от 8 до 6, отсидел в офисе и что-то там показал, а это у тебя есть 3 минуты для того, чтобы показать радость, удивление, страх — все вместе. Большое спасибо Ларисе за то, что она такой героический человек, приехала из Питера в Москву, дает нам всем неокрепшим умам знания о том, что на самом деле требуется на съемочной площадке, и убирает, стирает и рубит театральщину, которая заложена в каждом из нас. Большое спасибо за внимание. Благодарю, Ир, огромнейшее. Все, всем всего доброго, пока-пока. Так. 20 минут.